Надо выиграть. Главное выиграть. Похуй с каким счетом. Просто взять свои 3 очка. Мне интересно, как они у Inception выиграли? Inception были не в форме. Долиня был впереди. Там же Алине вообще поменяли. Они уже кандидаты на вылет, хотя сезон еще только начался. Посмотрим, что игроки смогут показать по ходу чемпионата. Вау. А это пас. Пасы такие у вас. Альто ждет что-то. Кому пас? Долго. Хорош, Саня. Великолепно играет защитник в очень напряженной, в очень опасной ситуации, выносит мяч за пределы поля. Стой, стой, пока покурю. Блять, мы как телега ебаная. Ланговая передача никаких дебучей не приносит, потому что защитник играет грамотно. Давай, ты чуть выше, я чуть меньше. Оп. Эй, оп. Ой-ой-ой-ой. Если бы ты шаг вперед сделал, один. Можно было бы. А там могли бы накрыть. Да, ты же знаешь, шаг. Что он, блядь, с углового хуйню начинает. Центр. Дальше. Есть. А Никита, спасибо. Дайте мне расслабляться сейчас. Да пропускайте. Да что вы смотрите? Все пропустили, что он сидит. Они смотрят, они как на любую цель. Альта, мы играем, кстати. Забили. Быстрый гол. Быстрый гол. 9 минут сыграли и забили. Приглашают Вингера к коротку. Стоять нам. Песня. Чуть-чуть. Хорош. После рикошета мяч оказывается за пределами поля. Ой-ой-ой. Я дал вперед, блядь. Какое лучше делать по флангу уже. Да? Конечно, даром никто мяч не уступит. Фу, рикошет. Затолкал. Просто передо мной прям мяч. И... Вы что вы думаете, а? Мяч за пределами поля. Угла... Да, я прям вперед, нахуй. Вон, блядь, ну в центр я. Хорошо. А, хорошо, Андрюха. Блядь. Сука, я дохуя. А нас, нас трое, он, блядь. Зато наши три бота, блядь, одного держат, блядь, внизу. На дальний. Да, бот сыграл. Вот если б ты выиграл, ой, блядь. А, нет, ты шо, в такой ситуации я не могу. Я в какой-то говняной могу выиграть, а ненужной, точнее. А там, где, блядь, можно там... четвером в одного вратаря убить? Да, это принцип западло называется. Не бегите к нам. Ага, у меня мой фланг вообще не хочет, наверное, бегать. Он стоит вот просто внизу защитника. Вместе Лёха. Блядь, самое интересное, сказал Лёха? Лёха развернулся, блядь. Там чувак просто был, я поэтому побежал на него. Лёха, тревога, блядь, беги назад. Я не поверил, потому что ты выиграешь, поэтому... Тревога, тревога. Волк украл зайчат. Лёха ушел назад. Ну вот же нет. Ебать. Чаль. Прозвучал удар с угла поля. Ой-ой-ой. Защитник головой убивает мяч за пределы. Вот поэтому не прием. Прием, да. А он всегда долго принимает голову, поэтому надо в два касания. Принял, да ты нахуй тут прешься, блядь. Негр тупой, блядь. Оп! Чуть-чуть. Давай, давай, бот, беги, блядь. Лёха. Чего? Давал на Женю, блядь. Назад. А, дальше дам. Эх, это на гости был. Играешь назад? Ну-ну! Прострел! Еще раз! Удар! Вообще-то меня там, это, навернули, во-первых. Во-вторых,
отскакивает. Потом у меня удар не получился. Надо было мне второй раз, наверное, ударить, может, самого. Тебе надо было... Да, бить, бить надо. Ты уже вышел на хорошую позицию. Ну да, ну я что-то уже как-то настолько это... О, господи, это бегу. Женя нашел, куда скинуть. Не, ну, пускай. Ой, блядь. И куда ты, ептать? Хорош. Хорош. Вверх. Не, вверх. Крытый. А я, блядь, в одно зачем? Я лучше не буду трогать его. Арбитра прозвучал, будет дальше, посмотрим. Да шо, блять, я ногу поднял, он упал. Да ну нах. Поставь. Жалко, такие контры срываем такими вот ненужными фалами. Вот это игра. Хорошо летел под перекладину. Тараканов. Сейчас ты таракан. Так это, давайте. Да, я на дальнюю, получается. Хотя мог бы стать кто-то другой. Ах, как хорошо, они атакуют. Отличная передача. Будет опасный момент. По-моему, нападающий не поднял голову и не увидел защитника, готов перехватить этот прострел. Можно по флангу. Ну да. Он на фланг, он долбай ближним мне. Все. Ну, хорош. Не, аккуратнее, будет. Видели, как он вообще просто метнул сразу? Метатель ядер. Блять, его еще и показывает. Ой, дурак. Вообще просто за линию просто. Есть! От борта. А я уже хотел Юрку, блять, обнять. Смотри, ты сколько чувака проснул в голову. А чё меня материть? А тут ты мог мне под удар скинуть. Я не видел. Я видел уже лоб. Он скинул. Он просто же, Юрка же бильярд любит играть. Я же от борта, Костя. Надо борта. Интересно, голевую засчитали? Мне вот вчера понравилось, я какой-то матч смотрел, там чувак выложил. Ой, ну обзор, ну это... Вылаживает скриншот и снизу комментарии. Момент с незасчитанным голевым пасом, блядь. Я таких, блядь, могу и буду вылаживать, блядь. Широко используя фланг, продолжает атаку эта команда. Ну не загоняй, ты себя в угол. Уже, блин, а тебе надо подавать еще вот где-то. Вот это вот движение, это пас, понимаете? Да ну не может быть. Ты что-то не тут сжимаешь? Уже прострел? Жопа вернулась. Не, так лично. Просто пиши, играй. Давайте шестерочку, что ли, отсадим, а? Давайте просто выиграем, а? А сколько забьем, столько забьем. Потому что когда вы угораете, забывайте, что это официальная игра, нахуй. Все играют заебись, блядь. А когда все напрягаются, официалка, официалка, давайте, блядь, соберемся, мужики, нахуй. Все въебываются раз, нахуй. Все уже жахнут. А, ну так базара там нет. Не получается, мы при таком счете можем тоже проиграть, поверьте. Базара нет, тоже можно. Я думаю, сегодня мы должны поиграть. Жень. Первый сам. Быстро, красиво и очень опасно. Вот это мы и называем плохо. Бля! Не получается. Нападающего. Я простреливал. Ну вот так и бывает. Победила защита. Уже бы упал, блин, что ли. ФИФА подумала, не, тебе падать не надо, и так уже дохуя забили. Жень. Блять. Размер бы побольше мне. Чего? Природа. Тело оно. Если там желание загадало. Вы про что вообще говорите? Я думал, про мозги. Понял, я слышал тебя же. Я не знаю, куда пас давать даже, смотрите. Вверх. Кто это вообще играет? Юпитер, блядь. Метеор, блядь. Какая разница? Подожди, я смотрю на это. Ой-ой. Ой, не бегите же все. Пламени.
Ламинат. Ай, как они... Нормально, стену сальто. Это Тимур только что, да, хотел отдать назад Наташу? Мне очень понравился. Нет, я хотел ответ отдать. Он был реально элитный, я считаю. Похвалить команду, вроде бы обреченную, но лидирующую сейчас. Одни Петросяны, да. У них Фламина, да, у нас плитка. Не знаю, кому, Юрка, а кому-то голевую засчитали. Да. Тебе с углового засчитали. А кому засчитали, когда, блядь, я забивал, я не знаю, или Жене, или Тимуру, блядь. Да. Тимуру. Тимур, ты у них на воротах стоишь, да, походу? Сзади ворот. Пиздец, дважды побачил Юрку один на один, у меня нет важных пасов вообще. Заебись. Это потому что пасы твои г. Когда ты выводил один на один? Когда Юрка бил. И когда... Ой, блядь. Вратарь спас. Он в своем мире живет. Он там выводил кого-то. Кого? На пастбище, может, корова. Рандовые. Как они хорошо ко мне все прибежали. И оставили Юрке фланг. Да. Кто выбит? А, остаются, чтобы забрать подвод. Расстрел? Сейчас, подожди, я посмотрю. Не, не надо. Думаю, что и в следующий раз будет то же самое. Головой обороне играть подручнее. Это что такое? Фламини, блядь. Совершенно понятно, что блять, я давал. Это Женя, блять, оседлал вратаря. Пузан, Пузан. Опа. Опять был элитненько. Пузан, право, на Эвана. А у них банеры нету, в Фламини есть, а банеры еще. Да вы чё? Бамбинтон! Рикошет. Рикошет, рикошет. Кню-кню-кню-джин какой-то. Я тут. Закрой, давай я тут закрою. Негра держите! Негра держите! Альтер сейчас проиграет. Отлично выбрал позицию и совершил перехват. Рикошет, рикошет. Начинаем рассказ. Прокатись на нашем рикошет. Что-то как-то... от простого паса Костя драйдится уже. Костик. Да, по-моему, Юра был. А что ты в центре не было? Я говорю, Костик. Ну, а летело почему-то на Юру. Я не понял, почему. Юра решил морду дать. Назад скиньте, ептать. Что вы начинаете херней страдать? Просто перехват был. Это даже можно назвать Принес. Стыком. Передача не прошла, есть время. Ну, красавчик. Бот помог. Ну, бот у нас всегда помогает. Юрка, держи горшишник. Бот в помощь. Горшишник, горшишник. Главное не красный, Юрка. А то с Inception играть не будешь. У меня уже условная красная, видишь? Красная в желтеньком. Ты лучше, блядь, вообще никого не трогай. Держись, блядь, от всех. Выйди за бровку. Блядь. Мануальный. О, все, сейчас камбэк будет. Давай, 3-3 и еще один. Что вы ржете, блядь? Что, не было? Я же говорил. А на дальней никого? Заебись. Я просил.
Да Юрки, блядь! Ладно. Я понял, кто и матч сливать начал. Женя. Конечно. Охуен. Нормально. Взял, толкнул кросс. Дальше по бровке. Сука, с кашун нахер. Сел, замах сделал, оттолкнули за эту. Опять тот судья, что ли? Сказал бы Юрка, мне бы тебя дали. Тебя преследуют. Швайнштайгер. Вот, блядь! Не, он походит. Наташа, он не спи. Причем, как мы известно говорили, там хотя бы не попал в шарик, а здесь вообще какая разница? Не попал. Ни по мячу, ни по вору, по линии ворот двигать. То реально было такое впечатление, что тебя не было за компом. Неточные пасы пришли очень равноправные. Своевременный перехват, можно перевести дух. Ну ЦАП, как ЦАП играет, так и вся команда. Дай сюда. Запускай. Не. Защита. Можно делать пас центр. И... О! Не буду показывать. Сатурн говно, блядь. Он тебе, короче, ногу головой отбил. Блять! Бред, конечно. Ты возьму сейчас, ебать! Не запивай, Костя. Чего? Он меня снес, я на мече был. Альта, мы больше такую хуйню строим. Мы один раз. Одно дело, если. Он меня не сбил, блядь. Что, если ты головой собьешь, тебе пенальти не дадут? Какой забивай нахер, какой не забивать, блядь. Да, прям забивай. Ебал обеим ему, чтобы он слетел с ворота. Вот и все. Правильно. Верни страдать. Хорошая реализация, примерно так и надо. Уверенно он подошел к мячу, очень хорошо. Если такой, вроде как, знаешь, наш вратарь берет мячик и спотыкается. Или пенальти там кому-то. Ку-ку, мой мальчик, блядь. Еще, блядь, метеор забейте, блядь. Сатурн, блядь. Сатурн из Раменского. А? Уже заканчиваю. Кого, пенальти? А чего? Надо было бить? Потому что с таким вратарем, ну, точнее, прикалываешься. Кто бы вас кто простил бы, хер бы кто простил, когда. Надо бить каждый, блядь, пенальти. Он снес меня, Саша, Сань. Я принимал мяч. Сань, виноват, а ты... Сань, а что бы ты сказал, если бы мы проигрывали 1-0? Вот, если счет позволяет. Счет не позволяет Сане сбежать концовки ебанутой. Ты же, Сань, все боятся камбэков и... И в принципе не должно на. Пенальти надо бить всегда, похер на какой счет. Украина нам тогда не забила, когда вообще, блядь, Андрюху снесли и дали пенальти в наши ворота. Вообще бред был просто. Ну, это дело каждой команды. Сань, тут я принимал мяч, он меня сбил. Он сбил? Сбил. Нарушение было? Было. То, что... Помню, Сань, ты спорил насчет того же самого. Не, ну... Только, во... Только наоборот, да. Когда ворота, вратарь стоят. Тогда это совсем другое было. Ну, хочешь, иди забей нам. Все, 5-1, короче. Так, похер, тихо, да. Мне тут. Ебем эту комету, ну. Или как я? Говорю. Одно дело, если, блядь, я там не на мече был, или еще что-то. Он, да, если бы он упал, и Костя спотыкнулся об него еще. А так он реально его, ну, срубил. Не, нормально, забили, если ничего. Давай. Пас. Давайте забить. Ну, зачем? Все нормально, все. Контакта не было.
Отвлекающий момент был. Я вообще думал, кто-то забежит. Я там был вообще-то. Да нет, тебе было неудобно. Вот Лёхе, блядь. С финтом не вышло, сейчас бы просто был один на один. Видишь, нет тренировки, блядь. Ура! А вы что делаете? Я пытаюсь... Пройти пытаюсь, Костя задом там сдаёт. По зеркалам заходит. А заодно разбивают дребезги игру. То есть это не игра, которая опустилась с небес. Это то, что называют... Чуваки получили, блядь, в двух матчах 10 мячей, блядь. Напиши хоть спасибо за игру. Было очень тяжело. Во-в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 о-